Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Ликсплей, добро пожаловать в игрушку Resident Evil 2 ремейк. Ну что ж, мы продолжаем играть за Клэр, не забудь поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. А мы начинаем, нам нужно вот в эту гребаную комнату, там сейчас уже что начнется. В прошлой серии мы разгадали ребус, можете вот посмотреть. Ну ладно, пофиг, идем. Ладно, не пофиг, смотрите, короче, конь, потом ладья идет. Потом отверстие для чего? Боже мой. Запомнили? Король, ферзь. Это пешка простая. Слон, да, слон точно. Ну все, ребят, погнали. Вот тут начнется просто жесткач по-любому. Офигеть. Что-то есть, отлично, синяя трава. Блин. Ладно, я не знаю, зачем она нам пригодится. О, тут еще зеленая трава есть. Отлично, я сейчас все назад отнесу. Так, ну что, я отнес все назад, и вместо этого я взял один хил. Да, восстановление здоровья. У нас есть вот восстановление здоровья, и вот восстановление здоровья. Окей, плюс гренка у нас есть. Вроде все нормально. Живем пока что. Должно быть, нет питания. А, тут ада, ребятки, тут ада восстанавливала, кажется, питание, если я не ошибаюсь. Ладно, мы, видимо, по-другому это все сделаем. Есть две двери. В какую мы пойдем? Главное. Щитовая. Это вот это, да, я так понимаю? Нет, это вот это как раз. Ну ладно. Возьмем обычный, давайте, пистолет. Обычный, говорю, пистолет возьмем. Так-то лучше. Так, и что тут должно лежать? А, вот, отлично. Сейчас все будет, ребята. Сейчас все у нас будет. Красная трава. Ну тут понятно, надо, чтобы вот эти ползунки были на красном. Все. Допустим, так-так, нет, не канает. Так-так. Хорошо, а если вот так сделаю? Ха-ха-ха-ха, идеально. Просто профессионал. Питание включено. Тут нам ловить нечего, да? В шкафчике тоже ничего нету. Ну, окей, выходим тогда отсюда. Можем еще сюда, конечно, пойти. Мусороприемник. Я знаю, что там будет. Ах ты ж! Да ну нахер! Да ну нахер! О нет! А как я выберусь отсюда? Ты серьезно? Да нет! Офигеть! Где этот хер? Бог ты мой, он пытается меня поймать. Я никак не сбегу, да, пока что? Ах ты ж! Тварина! Че, мне совсем хреново? Нет, вроде пока что нормально. А, я еще загорелась. Ох ты ж, лапа какая здоровая у тебя. Где ты? А, промазал. А что мне надо сделать? Тут уже все в огне, блин. Я с ним драться сейчас? О, нет. Кажется, я буду драться с ним. Ой, фигово, ребят, ой, фигово. Сдохни, блин, тварь. Ой, прости. Не действует! Эта фигня не действует! Быстрее, 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 быстрее! Так, давайте сейчас используем. А почему она не действует-то? Тварь тупая. Иди сюда. Лови! Вот так-то лучше. Что, нравится тебе? О, а что мне с ним делать-то надо? Просто бежать, да? Боже мой, неужели мы будем драться прямо сейчас? О, нет. Ладно, просто убегай. А! Блин, мы же это проходили. Понятно, что мы сейчас делаем, да? Блин. Снаряды, конечно, жалко. Ладно, хрен на них. Нажимай, нажимай. Так, что там есть? Да какая же ты тварь тупая, блин. Я просто на него снаряда потратил, зазря. Хренушки. Надо было сразу выводить его. Патроны. Ладно, будут у нас еще патроны, я думаю. Тут даже ножик есть у нас. Уже профессионально, вот это уже профессионально. Давай, прыгай. Ну что, ты не прыгаешь?
Хрен с тобой. Так, короче, сразу хилимся. Так, а теперь моя очередь. Не то! Да чтоб тебя! Не собьет его. Блин. Нет, давайте переиграем просто. Я ничего не буду делать. Давайте посмотрим на это. Что он будет делать? Что ты будешь делать? Он меня просто выкинул. Что-то психует. Короче, я специально погиб, чтобы не тратить ресурсов так много. Блин, короче, нифига. Нифига, ребят, продолжаем, потому что опять начинать заново, опять. Это все проходить, там опять пожар начнется, в общем. Нет. Оставим все как есть. Главное тут не сплошать. Тут нужно хорошо отыграть. Воу-воу-воу! Вали-ка ты нахер, мальчик. Иди сюда. А вот теперь иди сюда. Неторопливо, потихонечку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут нужен мощный ствол. Так-то лучше. Так, сейчас мы его должны сбить. Вау! Ну, с первого раза у нас не получится, да. Только со второго раза. Окей, мы, по крайней мере, знаем, что делать. Мы поняли это. Так, ну иди сюда. О, глаз такой красный. Так. Отводим. Тут что-то есть. А, патрон для УЗИ, вот это хорошо. Это мне сейчас нужно. Ладно, ничего страшного. Переживем. На спине еще глаз какой-то. Так, рано. Ну иди сюда, тварина, иди сюда, тупая. Да сдохни ты, блин. Вот, ему хреново стало. Так, вот сейчас мы с ним покончим, точно. Держим на мушке, на прицеле. Не вздумай вставать. Только попробуй. Бам! Получай, тварь тупая. На этот раз у тебя не получится. Но, по идее, он должен упасть. Да. Тут так же у нас. Как-то и не падает. Ну, сейчас получше сыграли. И у меня все хорошо со здоровьем. Просто идеально. Ну, просто идеально сейчас сыграли. Прости меня, Шерри. Быстрее не получится. Ну, да. Быстрее уж точно не получится. Так, что мы тут все взяли, да? А комната... Очистки воды. А если я пойду назад? Мусороприемник. Мы с вами еще не были в мусороприемнике. Вот именно сейчас, да, мне надо туда? Да, кажется, именно сейчас. О, я могу как-нибудь туда перепрыгнуть? Смотрите, а что там такое? А, там лестница. Ну, да, могу. Другого нет варианта. А вот я не помню за Леона. Леон-то что делал отсюда, как убирался? Ладно, пофиг. Некогда нам думать о Леоне. Так. Тут легко все открывается. А, ну все, вот зачем эта дверь нужна была. То есть мы изначально не могли сюда попасть. Нам нужно было это все обойти, тут посражаться с боссом и сюда прийти. Теперь у нас есть пытание, мы с вами включаем, и все у нас вроде как должно быть хорошо. Блин, какая же она хорошая. Шерри! Шерри, ты меня слышишь? Шерри? Оу, нет. Нет. Шерри. Клэр? Шерри, ты в порядке? Шерри, с тобой все хорошо? О, бог ты мой, нет. Ах, она тварина, что она сделала с ним? Что ты делаешь? Да ты тварь тупая, заткни свой, блин, хлебальник гребаный. Сука, блин. Шерри заражена, ее уже не спасти. Это ты ее заразила? Пошла нахер. Твою мать, шлюха. Ты не понимаешь. Уильям все еще где-то там. Если он ее остановит... Разговор окончен. Тварина, блин. Вот она меня бесит. Стой. Я могу помочь ей в лаборатории. Это недалеко. Вот мать тоже называется, блин.
Мамочка? Мамочка твоя сука, блин, еще та. У нас мало времени. На кону миллионы жизней. На дочь мне похер. Вот, блин, ну это я ее перевожу. Мама очень любит тебя, милая. Прощай. Лицемерка. Она меня бесит. Вот она меня бесит. Пошел ты нахер, сука тупая. Шерри, не беспокойся, я добуду все необходимое, слышишь меня? Почему ты это делаешь? Потому что мне не наплевать. Спасибо, Клэр. Блин, охереть. Еще один печальный момент. О, так. То есть я должна ее вызволить отсюда. Блин, ну мать, конечно, не та еще сволочь. Просто сука, блин. Окей. Сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. Так, нам сюда, да? Нет, не сюда. Так она на месте бегает. Блин, ну все-таки она плохая, вот эта в белой калате тащит. Вообще такая лицемерка, такая врунья. И на Аду она по-любому наговорила. Ну пофиг, да? Она сказала, ее лаборатория где-то недалеко. Стоп, это... Фу, не... Чё? Так, куда мне ее везти? Сохраниться нам не надо. Лаборатория. А, подожди, монитор. На. Куда? Подожди, в какую лабораторию? Держи, Шерри. Все будет в порядке. Вот это выход, что ли, туда нам? Я уже рядом, Шерри. Мы уже рядом. Блин. Если бы я еще дорогу знала. Все, я понял. Ла. Вон туда нам. Кажется, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. И, по-моему, сюда, да, там компьютер, мы с вами поедем вниз. И там Леона как раз встретим. А, нет, слушай, они на... Обратный отчет не пошел. Отлично. Фуни... Какой-то... А, нас пропустили, у него браслет. У него браслет был зеленый. Палатка. Чего? Ну, тут неудобно. Вот сюда ложись. А, сейчас мы вниз поедем. Держи, Шерри, ладно? С тобой все будет хорошо. Офигеть. Что у нее с глазом? Это заражение, возможно, пошло. Фигово. Ладно, нужно все проверить. Пути назад не будет. А, подожди. А ну все вроде. То есть назад мы уже не вернемся, да? А, можно по карте даже посмотреть. А, так, 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 полицейский участок. Ну, в принципе, мы тут все сделали. Запасной выход мы сюда не сможем попасть. Да, ребят, мы все сделали, нам, по сути, больше ничего не надо. Я не знаю, у нее, по-моему, на пулемет должен быть еще. Функционер направляется в Nest. А, не покидайте вагон, пока не прибудете. Ладно. У Леона, по-моему, было побольше патронов, когда он спускался. Ой-ой-ой-ой. Неплохо. Эй, ты как? Блин, ей хреново. Какая теплая у тебя куртка. Рука или куртка? Я не понял. А, куртка. Ее дал мне брат. Она вроде как приносит удачу. Не знаю, что бы я без тебя делала. Шутишь? У тебя все было отлично, пока я не пришла и не втянула тебя в эти неприятности. У меня тут есть одна вещичка. Я не хочу. Правда? Почему? Такая красивая. Это мне мама подарила на день рождения в прошлом году. Это какой-то ключ по-любому. Я просто хотела, чтобы она чаще бывала дома.
Знаю, тебе кажется, что твоей маме все равно, но... Эй, Шерри, иди ко мне. Блин, ей очень плохо. Эй, держись, ладно? Станция Нест. А тут какая-то Нест, интересно. А не Амбрелла. Там же Амбрелла была. Все хорошо, я с тобой, давай. А Ада оставалась там. Ее мы взяли с собой. Ну слушай, много чем отличается, когда ты играешь за Леона и за Клэр. Клэр мне тоже очень сильно понравилась, прям вообще. Офигительно. Я найду лекарство. Держись, Шерри, все хорошо. Блин, что за Леона круто, что за Клэр тоже очень круто. В целях безопасности не подходите к дверям, пока они не полностью не откроются. Ладно, не будем. Мы в Трасленом пошли, там последние двери застряли. Не до конца поднялись. Тоже не до конца поднимутся. Да. Добро пожаловать в Нест. Осмотрите лабораторию. Так, нужно ее куда-то пристроить. Так, приемная. Надеюсь, зомбари... А, вот. О, бог ты мой, тут грязно. Ладно, надо что-то придумать. Так, что теперь? Какой-нибудь антезин есть, нету? Здесь должно быть хоть что-то. Антивирусный препарат? Вот, это точно может помочь. Эй, Шерри, мне надо идти, а ты будь здесь, хорошо? Я скоро вернусь, обещаю. Браслет я забрал, ну, в принципе, правильно. Так. Что у нас тут такое? Значит, из-за инцидента в Северном Крыле всему персоналу гнезда необходимо немедленно принять антивирус Агент Дьявол. Вот он, антивирус Агент Дьявол. Нужно его найти. Дьявол — единственный способ предотвратить Г-мутацию. Если вы заражены Г-вирусом, немедленно обратитесь за помощью, чтобы своевременно выявить и уничтожить Г-клетки в вашем организме. Данное письмо рассылается автоматически в случае чрезвычайной ситуации. Не отвечайте на него. Так, ну окей. Окей, понятно. Понятно все. Так, да, тут много, кстати, припасов. Надо все забрать. Надо все сейчас забрать. Карта лаборатории северной. Ага, может быть... Мы же еще не нашли, ребятки. Мы еще дополнительное место не нашли. Давайте немножечко пошаримся, поищем. Так, тут больше ничего не будет. Так, отсюда мы выходим. Назад нам не надо. Так, столовая. Там сейчас хрень начнется, да, еще. Я предлагаю сохраниться. Вот тут по-любому надо сохраниться. Давайте подумаем, что с собой взять. Что мне надо, что не надо. Так. Вот это мне не надо, я думаю. Это уберем. Хил мне нужен. Офигеть. Вот это, короче, сразу убираем. И вместо него возьмем УЗИ. Потому что УЗИ у нас уже крутая. Ну и так еще и не проверили нашу УЗИшку. Так, а что у нас по снарядам? Блин. Ну вот эти-то по-любому нам нужны. Давайте сделаем вот так. Хорошо, давайте. Ну, наверное, надо будет это все оставить. Ладно, если что... Перезарядимся. У меня всего лишь 3 места. Окей, пошли. А, что у нас тут? Журнал. Журнал комнаты отдыха. Там решим. По-любому мы... Блин. По-любому мы найдем дополнительное место, и нам этого должно хватить. Пока что просто сохраняемся. Ну, отлично. Так, ладно, ребятки, вот оно, наша крутая УЗИшка. Крутая УЗИшка. Сейчас стабильность лучше у нее можно посмотреть. Именно здесь. Изучить.
Значит, глушитель, что он делает? Уменьшает отдачу и увод ствола. Прикольно. Очень-очень даже хорошо. Может быть, будет какой-нибудь увеличенный магазин? Как вы думаете, будет, нет? О, тут тоже жесть начнется. Нам надо в спальню. Вот спальня, по-моему, будет дополнительное место. А, по крайней мере, за Леона так. Было именно так. Ну ладно, тут немножко жутковато. А в столовке до хрена зомбарей. Уровень 2. Только для персонала с правом доступа. У меня нету. Посетителям вход запрещен. То есть нам надо будет в обход идти. Окей. Ну-ка, как она? О, мне нравится, как стреляет. Уже руки нету. Вот это прикольно. Вот мне звук прям очень сильно понравился. Бесшумный такой. Так. О, что такое? Да сдохни ты, блин. Окей. Блин, УЗИшка реально классная. Наше меню содержит все необходимые питательные вещества, основанные на последних биологических там веществах каких-то там. Ладно, хрен с тобой. Чё, тварь тупая, а? Нравится? Тебе это нравится? Сдохни. Еще бы на пистолет глушитель. Было бы кайфово. О май! Просто с одного патрона. Слушай, а может быть, если я издалека стреляю, он сильнее наносит урон? Как вы думаете? Так, что-то такое. А, тут лестница. Есть еще у нас иголочные снаряды и много пороха. Вот это иголочные снаряды нам нужны, ребят. Крутая пушка. Правда, я просто два снаряда потратил на этого грёбаного одноглазого, ребят. И, блин, ну хреново потратили зазря. Оказывается, нужно было его выманить на поле и там уже контейнером выкинуть. Так, плюс граната. Плюс граната и... Так, вот они, иголочные снаряды, вот так выглядят. Ха-ха, нифига себе. Опасненько. Так, значит, ручная граната у меня одна штука. Блин, и одно место. Ладно, доберемся, там по-любому будет барсетка. А, еще у нас, блин, а, за другой стороной у нас порох. Окей, сейчас пока что наверх надо идти. Хорошо, поползли. Так. Жутковато тут. Надеюсь, никакой хрен не вылезет, хмырь. О, кто там? А, эта тварина встала. Но она до меня не дойдет. Ладно, пофиг вообще на нее насрать. Так, взяли порох. Тут что-то еще должно лежать, да? Мы сейчас на кухне. А, есть ножик. Ну ладно, потом заберем. Да гребаный хрен, блин, вали отсюда! Пошел нахер! Тварина тупая. Так, что, у меня один хил, да? Давайте его используем. Вот ты тварь. Это военный. В затылок. Ой, нифига себе, ты еще живой. Да сдохни ты уже, блин. Тупая сволочь. Так, там, значит, у нас ножик. Мне надо в спальню. Давайте в спальню зайдем. О, блин, вот отсюда. Еще, кстати, один должен вылезти. А-а-а, у меня же нет этой фигни. Блин. Ладно, мы этот прибор потом еще получим. Посмотрим, что у нас в шкафчиках. Будет там что-нибудь полезное. Чего? Конденсатор электропушка. Вау. А как она действует, интересно? Плюс давайте патроны возьмем. Так, а что у нас здесь? Электрочип. Вот мы сейчас, у нас места нет, но мы можем его сюда вставить. Да, объединяем, и теперь у нас доступен второй уровень. Отлично. Отличненько.
Когда мы вот эту штуку вставим, только тогда мы с вами получим дополнительное место. То есть нам надо будет потом назад еще вернуться. Так, окей, давайте подумаем. Давайте подумаем. Вот это что же фигня? Конденсатор электропушка. Давайте изучим. Офигеть, и как она действует? Деталь для электропушки увеличивает скорострельность за счет накопления большого количества энергии. Все, я понял. Это модификация. Ах ты, что ли? Блин. Это тот не умер до конца, короче. Блин, я даже не посмотрел, как ты взорвался. О май. Да, сейчас было круто. 26 патронов. Жестоко. Сможем забрать ножик? Давайте ножик возьмем. Мы все равно сейчас возвращаемся назад. Теперь мне доступен второй уровень, поэтому можем сейчас... Ах ты! Да блин! Я только с одним разобрался. Так, ладно. Тварина тупая. Ему не обязательно в голову, что ли, стрелять? Че, реально не обязательно в голову стрелять? А я только в голову и целюсь. Но голова вроде как более уязвимая часть. Так, столовая нам уже не нужна. Пофиг, пускай там сидят. Там, по-моему, некоторые еще живые. Так, окей, все, возвращаемся назад. Доктор Ли, вас срочно вызывает шеф Картрайт. Явитесь в восточное крыло. Ладно. Так, короче, что мы сейчас делаем? Ножик назад. Это все назад. Блин, вот тут реально выбор. Что стоит мне брать с собой? Давайте тогда это назад. Нам надо... Блин, мало места. Реально мало просто места не хватает. Тут нужно выбирать, что с собой брать. Допустим, смотрите, мы берем электропушку. Сюда вставим. Так, теперь мы ее можем улучшить. С помощью вот этой фигни. Давайте объединим. Вот сюда, да, наверное? Да, ребят. Ну-ка, давайте изучим. Конденсатор увеличивает скорострельность. Прикольно. Мне это очень нравится. Так, у меня даже ее тут нету. Короче, по-любому надо что-то там оставить, я даже не знаю, что. Чем-нибудь, наверное, большое. Ну, давайте пока что УЗИ, что ли. Ладно, УЗИ пока оставим. Так, остальное мы все забираем. Один ножик. Так, выбираем. Нет. Быстрый доступ. Да, вот сюда. Так, теперь надо зарядить. Ну и теперь, я думаю, мы в полной боевой готовности. Можно будет идти. Сохраняемся сейчас. И погнали, ребят. Не забываем, что у нас, если что, будет УЗИ. Просто нужно патронов побольше накопить. Зачем я тогда таскаю эти гребаные патроны? Блин. А сейчас совсем тогда пусто, да? Стало. Ну ладно. Как будет дополнительный слот, я думаю, возьмем УЗИ. Пускай будет. Так, и куда нам теперь? Подожди, нам что-то сейчас доступно, да? Комната охрана, там Шерри. Шерри пока не нужна. Вот сюда нам надо идти, кажется, да? Да, именно сюда. Запускаем. Потом в одной из серий мы с вами даже вот за него поиграем, за Хэнка, да? Чего? Запись? Альфа вызывает призрака, цель движется к западному крылу, должно быть из-за Г-вируса и антивирусом. За Г-вирусом и антивирусом. Говорит призрак, вас понял, встречаемся в точке 3-3, вас понял. Говорит Альфа, я на месте, принято, ждем цели. Говорит Альфа, вижу цель, он собирается открыть сейф. Вас понял, ждем сигнала. Вижу Г-вирус. Заходим. Доктор Брикин, вы пойдете с нами без лишнего шума. Значит, антивирус в западном крыле. Так, тут больше ничего нету. Да, ребятки, дело движется, кажется, у нас к финалу. Ну, окей. Это уже доступ... доступ 4? Нифига себе! У Леона только доступ третьего уровня был, да? Максимум, по-моему.
Senior staff clearance required. Вот он, третий уровень. Тут даже четвертый уровень есть. Офигеть. Пока что активируем второй уровень. Потом по-любому там кого-нибудь найдем, и у нас будет доступ к третьему уровню. И в самом конце будет доступ к четвертому. Так, идем. Опять это растение. Сейчас новые зомбари, короче, будут. Так, это мы, пожалуй, заберем. Тут можно сохраниться, окей. Порох, порох нам пригодится. Блин, я даже не знаю, но пока что у нас, наверное, патронов хватает. Потом можем сообъединить, подумаем, какие вообще нам патроны нужны. Кислотные, давайте все-таки возьмем кислотные. Кислотные патроны. Что-то частовато я, наверное, сохраняюсь. Ладно, ладно, ладно. Так, вот доступ третьего уровня. Тут нужно все разморозить. Ладно, мы-то знаем уже, как это делается. Это все делается быстро и просто. Доступ для компьютера требуется доступ старшего персонала. Как раз мне вот эта херотень будет нужна. Браслет. Открыться не может. У Леона немножко по-другому было. По-моему, оно сразу открылось. Так, ну, в принципе, вот эти... Вот он, один из зомбарей. Их легко обойти, надо в пузыри им стрелять. Белый патрон. Так, вот он один из них. У них должны вот эти пузырьки быть. Вот, пак, стреляем, пробегаем. Мучиться не стоит на них. Так, нормально. Когда пузырьки, кажется, вы все уничтожите, тогда... А, он вздыхает, по-моему, сам. Так, тут больше ничего нету, нам... А, нет, нам надо микстуру уже взять, я же забыл, точно. Или нет? Мне казалось, мы пустую колбу брали. А, идет выдача раствора. Это простой раствор, это поливайка, а нам нужно... Все правильно, мы сейчас возьмем пустую колбу и уже заполним совсем другим. Это только ускоряло рост. Окей, понятно. Так, куда нам тут надо идти? Блин, скорее. Ладно, не буду пока тут ничего брать. Давайте сюда сразу пойдем, в лабораторию, наверное. Записка какая-то. А, вот образец. Поместить пустую картридж в распылительный раствор, добавить необходимое количество UMB, немедленно охладить. Но то, что он слишком быстро растет, мы можем это как бы спад убирать, мы можем вообще убить. Блин, эти растения. Вот это почему-то как-то странно прорисованный чувак, он реально очень странно прорисованный чувак. Офигеть, куда несимметрично, что ли. Гранатка, а можем совместить, да? Да, можем, отлично, две штуки. Так, что у нас тут еще? А есть еще порох. А если с белым соединить, то будет? О, вот это прикольная штука. Их, наверное, мы тоже давайте объединим. Блин, у меня уже просто мест нету. Короче, черный с белым получается вот этот кислотный. Прикольно. Так, мне надо включить... Короче, я что-то должен нажать, чтобы вот эту клетку открыть. На чё я должен нажать? Ладно, выходим, потом вернемся, я думаю, сейчас. А, тут можно, по-моему, спуститься. А, нужен пароль. А, вот он пароль. Короче, смотрите, как запомним. Розетка, две палки, гусеница, розетка. Понятно.
Итак, возвращаемся назад. Окей. А вот они, две закрыты. Значит, вот это надо открыть и вот это. Так, проверяем. Смотрите. Розетка, две палки, вот эти гусеницы и розетка. Легко? Enter. Отлично. Так, доступ открыт. А пароль, подожди, вот к тому интересно, какой пароль. Там была какая-то подсказка? Там еще один хрен. Так, это уже серьезно. Их надо отвлечь. Ну, чтобы не за мной, что ли, пошли? Там еще третий встал. Их так просто не убьешь, ребят. Так, слушайте, они идут за мной? Не стоит их даже убивать, ребят. Просто вводим их кругами. Они, в принципе, медлительны, так что все нормально. Хорошо, куда мы съездим, если туда пойдем? Так, 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 так. Я где-то под землей. Ну-ка. А, во-первых, карту мы нашли. Карта Востока. Оу, нифига себе тут. Лаборатория. Плюс порох взяли. Неплохо. Очень хорошо. Так, давайте кислотные пока что нам нужны. Что такое? А, это лестница. Тут больше ничего нету, но есть. Что тут есть? Есть дверь. Блин, я знаю, тут, короче, завес, кажется, будет сейчас. Ну-ка. Тут еще какая-то дверь. А, электричества нет. Надо электричество подать. Вот здесь твари сейчас все встанут. Так, подожди, мне есть куда поставить? О, нифига себе, у меня уже гранат накопилось. Похил, в принципе, у меня все нормально. Вот эти твари сейчас все встанут, я же знаю. Короче, вот она статуэтка. Смотрите, мы делаем вот так. Потом делаем вот так. Так, 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 так. Изучаем. А, и вот он пароль. В принципе, статуэтку мы просто с собой возьмем. Так, пока что у меня нет этого прибора. Просто уходим. В принципе, они пока что не встали. Так. Они тоже здесь оставим. Ах ты, еще одна тварина. Где она? Сдохни, блин. Сука. Еще одна тварь. Да сколько же вас тут? Так, уходим, уходим, уходим. Где она? Она еще живая, блин. Офигеть. Ну вот это замес. Да ну нафиг, у меня хила нету, что ли? Офигеть. Почему у меня нету хила с собой? И что мы будем делать сейчас? Почему я не взял с собой хил? Ё-моё! А, блин, теперь опять иди сюда. Так, ребят, в общем, добрался я до сюда. Тут сейчас будет жесть. Я взял хил, причем очень хороший. Полностью восстанавливает запас здоровья. И плюс ненадолго снижает получаемый урон. И защищает от яда. Это очень круто. В общем, надеюсь, мы сейчас справимся. Нам нужна только вот эта статуэтка. И вот теперь вот эти твари сейчас все оживут. Сначала, наверное, стреляем кислотой. Сейчас они выпрыгнут. Сейчас перезаряжаемся. А вторая тварь полезет. Ах ты, тварь. Теперь отступаем. Ах ты, блин. Так, теперь просто отступаем. Они просто разлагаются.
Так, он сейчас... Да, блин, сдохни ты! Быстро, быстро, быстро! Так, быстро сюда, значит, и сейчас применяем. И сматываемся отсюда. Теперь по всем стреляем. Да что, когда ты сдохнешь-то? Почему вы такие сильные-то? Вообще промазал, офигеть. Почему так жестоко-то? Еще живые. Тварина, сдохни уже, блин. Ух ты, блин, вот это было жестоко. Так, что у меня там? Внимание, здоровье. Ну, а почему мне защита-то не помогла? Я не понимаю. Снижение здоровья. Мы все равно же пострадали. Нифига себе, мы сколько потратили, офигеть. Просто за раз, считай, все потратили. Жестоко было. Сколько этих-то снарядов я потратил, самых офигительных. Ну, тут реально жестоко очень было. Так, плюс ножичек. Теперь, я думаю, можно подобрать. Есть куда поставить, так сказать. Так, пополняем запас. Нормально. Так, все, больше тут ничего нету. Теперь можно спокойно идти вперед. Ну, насчет спокойно я немножко преувеличил. Лучше быть наготове. Так, сюда пока не можем попасть. Так, что у нас здесь? Да, блин, ты серьезно? Вот так вот. Так-то лучше. Хорошо смотришься. Просто наружу. Теперь мы знаем, какой ты умный. Да, был очень умный. Так, нам наверх, да? Окей. Хил, по идее, лучше еще, конечно, нам взять. Ах ты, тварь. Серьезно, что ли? Ну нет, ну как же ты меня бесишь. Может, просто постоишь здесь? В принципе, мне его не обязательно убивать. Кто тут тусуется? Так, порох. Шкафчик, что там такое? Еще патроны. Вот так-то лучше. Так, окей, тут опять, ну, нужен этот прибор. Везде, короче, этот прибор нужен. Чья-то записка. Все обратились, стали овощами, они возвращаются раз за разом. Сжечь их всех, пусть их тела обратятся в пепел. Это единственный выход. Так, окей. А, подожди, так я могу достать. Я сразу не понял, вот этот прибор нам как раз и нужен. Отлично. Короче, я так понимаю, тебя надо убить, да? Ты сам это захотел. Я знал, что ты оживешь. Чувак, кажется, руку сломал. Да хрен на него вообще. Неужели ты еще встанешь? Так, ну вроде все. Так, открываем. И возвращаемся уже к себе. Отлично. Такие круги нам надо будет ворачивать. Но это вот один круг делали, больше, в принципе, не надо. Так, это давайте все положим. А, что насчет хила? Зеленый. Блин, красного мало. Это фигово, что красного мало. А, нет, есть красный. Сколько у нас синих? Синих, в принципе, навалом. Так что можно сочетать. Можно смело это все сочетать. Так, объединяем. Но вообще лучше, конечно, это все на босса использовать. Я думаю, один раз можно. Все равно у нас их дофига, ребят. Сколько еще у нас?
Сколько у нас синих? Самое главное синий, да? Синий и красный. Три синих есть, четыре синих, пять синих есть. Шесть синих, офигеть. Зеленых тоже много, а вот красных раз. Две красных всего лишь? Раз. О, это фигово, ребят. Нам нужны красные растения. Это очень-очень-очень важно. И по-любому надо сохраниться нафиг. Я не хочу с начала начинать. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так. Давайте пока это уберем. Сюда поставим. Ну все, можно идти. Даже нужно идти. Я хочу хотя бы дойти до того, чтобы растения нам погубить. Так, все, мы возвращаемся. И теперь мы можем что-то тут активировать. Давайте за барсеткой сходим, да. Я схожу сейчас за барсеткой. Сейчас вы узнаете, куда нам надо идти. С нашей барсеточкой. Так, а именно вот сюда нам надо будет дойти, в спальню. Так что погнали, ребят. Это нужно сделать, потому что нам нужно дополнительное место. Так, нет, не туда. Чувак, чувак. Девушка, вы ошиблись дверью. Тут реально запутаться можно. Да, вот именно сюда. До конца. Нифига себе, далековато. Но вы это не будете смотреть. Мы сейчас по щелчку там очутимся. Так, ну все, ребят, мы здесь. Вот, нам что-то тут немножко пройти. Тварина, иди в жопу, иди в задницу. Так, вот на спальне. Сейчас мы тут все активируем. Смотрите, берем вот этот прибор, используем, вставляем. А, нет, сначала надо подгадать, я все понял. Сначала идем сюда. Так, изучаем. Так, и нужно... Ну, тут, в принципе, легко. Отлично. Отлично. Вот так. Оставляем так, значит. И теперь его прикладываем сюда. Так. В смысле, error? Я вроде правильно все сделал. А, move! Не так я делаю, смотрите. А, изучаем, нам нужно move, да? Мы идем вот сюда. Вот он, move. Тут почти все сделано за нас. Вот, все. Теперь мы его вставляем. Отлично. Сейчас все активируется. Электричество будет включено. И вот что нам надо. Это вот эта сумочка. Наконец-то, ребят. Все, мы все собрали. Давайте сделаем эпический выстрел. О, нет. Короче, не получился эпический выстрел. Че, почему ты еще живой? Саново бич. Вот именно что Саново бич. Какой-то он мощный. Записка Уэйна Ли. Хотя мы его, в принципе, читали. Боже милостивый, кровь, она повсюду. Что, черт подери, тут происходит? Они мертвы, все мертвы. Это все те люди в черном USS, спецназ из штаба. Ну почему? Разве они не должны нас защищать? Белые мозги в лужах алой крови. Безумие какое-то. Боже милостивый, за что? Разве не говорили, что я гений? Гении не погибают в таких местах. Я всегда добивался результатов. Они меня поимели. Что же, значит, я тоже их поимею. Возьму Нобелевскую премию. Я герой. А, гений, бог, я не умру. Я... И все. Это вот этот, видимо, и был, да? Да, сейчас он очень, конечно, некрасивый. Возможно, когда-то был красавчиком. Так, окей, нам тут больше ловить нечего. Значит, теперь мы идем сюда, спускаемся. И нам нужно именно сюда. И тут как раз красная трава, вот она мне нужна. А, то есть по щелчку мы очутимся вот здесь. А, готовы, да? Три, четыре. Так, ну что, ребят, как я и обещал, мы здесь. Что нам теперь нужно сделать? Так. Старшего сотрудника у нас нету. Браслета. Нам надо опять туда попасть. Так, все, стреляем, убегаем. Отлично. Убивать, в принципе, их не надо, они те еще гады. Их можно сжечь, конечно, попробовать. Так, все, мы здесь, смотрите, берем вот эту штукенцию. Изучаем, смотрим. Что у нас тут такое? Значит, пускай будут гусеницы, маленькая палочка, потом большой маленький квадрат и толстая палка. Так, гусеницы.
Так. Да ты шутишь. Маленькая палочка. Потом большой маленький квадрат и вот так, кажется. Идеально. Так, все, теперь у нас тут все готово. Я так понимаю, вот эта больше нам не нужна, можем сразу выбросить ее. Плюс у нас дополнительное место будет. Колбу мы взяли? Да, колба у нас есть. Окей. Я думаю, сейчас мы должны быстро это сделать. Красная трава нам... Ох, как сильно нужна. Красной травы что-то мало у нас. В последнее время. Так, все, тут мы сейчас... Сейчас мы это все быстро сделаем. Потом пойдем в заморозку. Что такое? Что такое? Что такое? А, все тут. Все понятно. Так, в общем, вставляем вот эту штукенцию. И тут нужно пропорции налить. Да, вот это красное, видите, красное. Специальный лазер нам подсвечивает. В чем дело? Допустим, переливаем? Нет, недостаточно. Так, так тоже не получится. Давайте вот так поменяем, наверное. Так поменяем. Так. Вот это мы перельем. Отлично. Как бы это... А, блин. Эту фигню делаю. Допустим, это мы сюда прильем. Это будет многовато. Мне нужна самая маленькая колба. Все, мне нужна сначала самая маленькая колба. Вот ее-то мы с вами сейчас перельем. Все. Нет, какая-то фигня, короче. Какая-то фигня. А, нам надо... Блин, да что-то я делаю. Вот я сейчас реально туплю конкретно. Сначала все переливаем вот сюда. Точно. Сначала все перельем сюда. Я понял эту систему. Сначала все перельем сюда. Тут она децл у нас остается на немножечко. Теперь, наверное, надо в маленькую перелить. Да, а нет. Вот эту мы переливаем в маленькую. Отлично. Теперь меняем. Да, и у нас остается большая. В большую мы это все просто скинем. Изи был, мы это решили. Мы решили головоломку. Так, теперь надо охладить. Замечательно. Мы взяли? Сейчас взяли. Так, тут, по-моему, что-то еще у нас лежало, да? Если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Еще одна граната. Отлично. Так, и что-то порох, по-моему, тут лежал, да? Отлично, большой порох. Большой порох, это очень-очень хорошо. Теперь нам нужно будет пойти, наверное, вниз, да? Да, там будет низкая температура. Там будет как раз низкая температура. Так, ты идешь нахер. Так, теперь нам попасть вниз. Как мы пойдем вниз? Как мы пойдем вниз? На, точно не так. Я изначально же правильно был тут рядом. Он еще напал на меня. Просто разорвался. Гранату, конечно, потратили обидно. Нам вниз. Давайте уже доделаем, да, наверное. А нам надо вот сейчас сюда. А, электричество надо включить. Все понятно, все сейчас будет. Сейчас все будет. У нас же есть специально эта штукенция. Так, изучить. Подожди, а как... Не-не-не-не. А, Мёрф, да? Марф, хорошо. Марф так Марф. Изучаем. Набираем тут. Где Марф? Вот этот Марф.
Нужно соединить это все. О, все, идеально. Теперь это вставляем, и все у нас окей. Так, все. Свет включили. Еще белый порох. Так, еще снаряды. Нифига себе, целых три штуки. Тут даже сохраниться можно. Нормально так. Плюс ножик. А, тут вроде все взяли. Ножик у меня есть. Вот это, короче, все скинем. Надо насчет пороха подумаем тоже. В общем, пока что все скидываем вот это сюда. Так, там сюда, да? Серверная, блин, это серверная. Тут чисто можно просто сохраниться. Ладно, не будем сохраняться. Думаю, должны справиться. А, вот сейчас налево. По-моему, в заморозке никого не должно быть. Вот этот, правда, тварь по-любому ставит. Здравствуй, доктор Ли. Рада вас видеть. Да. Вот это... Черт, надо было захватить что-нибудь потеплее. Так, ладно, тут мы долго не задержимся. Интересно, она может умереть, если долго я буду ходить? А, вот то, что мне нужно. Так, вставляем и все, охлаждаем, и все будет нормально. Надеюсь, сейчас ничего не случится. Если еще не случится. Идет охлаждение. Отлично. Теперь у нас точно должно все получиться. Окей. Заберем с собой. Охлаждение завершено. Так, все, тут больше ловить нечего, да? Теперь нам нужно убираться отсюда. Тут реально холодно, даже я прочувствовал. Сейчас эта тварь живет. Нет. До сих пор не жила. Почта Уэйна Ли. Тут можно почитать. Переписку. Ладно, я сам потом на паузе перечитаю. Информацию мы уже собрали. Потом можно спокойно читать. Так, наверх надо подняться. Наверх, как мы поднимемся наверх? Тут... по лестнице, наверное, да? Самый лучший вариант. Нет, 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 не сюда. Да, именно сюда. А эти зомби-твари, интересно, тоже погибнут растительные? Ну, это мы уже потом узнаем. Я просто сейчас хочу. Ладно. О, нет, не ладно. О, нифига себе, я прошел как. Они разгоняются. Быстро, 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 быстро. Все, получает тварина. Используем. Ну, я думаю, на этом можно будет серию закончить. Потом пойдем посмотрим, что там получилось. Там у нас будет карта третьего уровня. Мы ее возьмем. Вот она. Карта третьего уровня. И будет там очень жестко. Подумай, что же мне сорняки. Как раз посмотрим, выжили там вот эти твари или нет. Что-то они не двигаются, возможно, они все погибли. Ваши действия документированы, против вас могут применить дисциплинарные меры. Офигеть. Ладно, ребят, в общем, это все уже будет в следующей серии. С вами был канал AlexPlay. Ставьте лайк, пишите комментарии, будет много других интересных серий. В общем, в следующей серии мы продолжим. Всем пока-пока.